когда-нибудь задумывались, какое огромное количество мусора мы выбрасываем с вами? О том, что переработка мусора – это важная глобальная тема, должны знать не только взрослые, но и дети. И чтобы они использовали это в повседневной практике, нужно начинать обучать на обычном уроке – уроке географии. Увлекательный экскурс «Проблемы раздельного сбора отходов в России и лучшие практики других стран» разобрали на занятии шестиклассники Щелковского лицея. Какие отходы каждый день образуются в обычной семье? И что делать, чтобы зловонные свалки как можно меньше отравляли жизненное пространство? Школьникам объясняли на бытовых примерах. Начали с простого. Заглянули в мешок с мусором. Картонная коробка перерабатывается. Пластмассовая коробка. Так, тоже на них есть значки, вот он зелененький значок. То, что пластик некоторые перерабатывает. Пластиковая упаковка из-под йогурта. Так, хорошо, давай еще, что у нас там есть? Тара, вот картонная коробка. Так, стеклянную бутылку я нашла. И что же с нашим мешком происходит? Он опустошается. Так, посмотри, поднимай, показывай. То есть какой у нас был мешок и что осталось? А все это можно отправить на переработку. Урок строился на сравнении. Объемы отходов сопоставляли с горой Эльбрус, сроки разложения мусора в возрастных поколениях. Вспоминали опыт японцев, строящих из отходов искусственные острова, и шведов, которых с детства приучают к сортировке мусора, и педантичных немцев. Ученик Илья живет в загородном доме, в его семье уже давно занимаются мусоросортировкой. Бумагу и срезанные ветви деревьев мы сжигаем в специальной бочке. Пластик и стекло мы выбрасываем в специализированное место для сбора мусора. А также в отдельный пакетик мы складываем использованные батарейки и лампы. Рассказали детям и о региональной программе раздельного сбора мусора, и о первых контейнерных площадках, установленных около многоквартирных домов. Уже есть 19 площадок, на которых вы можете встретить специальные, видите, контейнеры двух цветов. В одни контейнеры мы складываем, видите, зеленый такой с белым значком, то есть складываем мусор тот, который можно переработать. Ученики согласились, дальнейшее расширение площадей под полигоны неминуемо приведет к экологической катастрофе. Выход один – сортировать мусор и все полезное, включая алюминиевые банки из-под напитков, направлять на изготовление новых вещей. Я узнала о том, что уже в других странах начинают об этом думать. А мы пока что мало, не то что в других странах. Я узнала, что надо начинать с малого, то есть хотя бы батарейки, лампочки, пойти просто рассортировать мусор. Расскажешь вообще об этом уроке родителям? Да, расскажу обязательно. Что? Что давайте, собирайтесь, надо сортировать мусор. Можно просто покупать несколько пакетов разного цвета желательно, и один предназначать там для стекла, другой для пластика, другой для бумаги и картона. Хотелось ребятам рассказать более подробно, как они могут сохранить нашу планету и что они могут сделать сами. То есть не ждать, например, даже родителей. Я стараюсь как можно меньше использовать пластиковые мешки, когда иду в магазин. Использую многоразовые. Сортировка мусора не завтрашний день, а существующая реальность, и к этой действительности нам придется привыкнуть ради будущего детей. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».